Соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью и регионами России выведут на новый уровень развития кооперационных связей, помогут в обмене опытом и внедрении лучших практик для социально-экономического развития территорий. Губернатор Евгений Куйвашев в Санкт-Петербурге, где прошел Международный экономический форум, подписал соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах с Ивановской областью и Ямало-Ненецким автономным округом, а также соглашение о сотрудничестве в промышленной сфере между Свердловской и Оренбургской областями. По словам Евгения Куйвашева, заключение соглашений – это новая веха во взаимоотношениях с регионами. Документы позволят выстроить более эффективную работу по развитию межрегиональной кооперации, импортозамещению, обмену опытом и передовыми наработками. По каждому документу сформирован конкретный план мероприятий, рассчитанный на несколько лет. Особые перспективы перед регионами открывает соглашение в сфере промышленности, подписанное губернатором Евгением Куйвашевым и председателем правительства Оренбургской области Юрием Бергом. Документ подразумевает развитие и расширение сотрудничества в промышленной сфере, стимулирование предприятий на освоение производства инновационной продукции, содействие в развитии импортозамещения и межрегиональной кооперации в промышленной сфере. Крупные хорошие холдинги, которые сегодня можно смело назвать основой экономики России, работают как в Свердловской области, так и в Оренбургской. И третье. То, что мы давно знаем друг друга, дружим, и для нас Свердловская область очень близка и родна. Евгений Куйвашев, в свою очередь, отметил перспективы совместного сотрудничества в реализации проекта в различных отраслях экономики. Мы тоже рады сотрудничеству с нашими земляками, уральцами. Так или иначе, сегодня нас связывают не только дружеские отношения, у нас прочные связи в экономике. Оренбургская область сегодня активно развивается. Нам интересен опыт, интересные проекты, которые сегодня реализуются в Оренбургской области. Подобные соглашения открывают широкие возможности не только для крупных предприятий и муниципалитетов нашего региона. Система кооперации может задействовать и производственные ресурсы, имеющиеся в Артемовском городском округе. Если крупные инвесторы рассматривают лишь серьезные проекты, то на уровне регионов есть широкое поле для взаимодействия более мелких производителей. А это позволяет надеяться на то, что наши соседи заинтересуются артемовскими ресурсами. Немалую роль в этом должна сыграть работа органов местного самоуправления, которые не должны ожидать только субсидий из региона, но и самостоятельно активно предлагать варианты развития нашего округа возможным инвесторам.